Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас УАЗ Патриот. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Несколько кусков фибропласта на полу в багажнике. Задние арки у нас голый металл. Это не из самых шумных мест в автомобиле. Крыша, видите, также несколько полосок фибропласта. Смотрим, что у нас по дверям. Задние двери. Квадрат вибропласта, передние двери. То же самое, нижняя часть, квадрат вибропласта. Пол в салоне. Тяжелый металл. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Приклеить вибропласт на Патриоте. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Крылья все тщательно прокатали валиком. Проклеили крышу. Двери в данной программе клеим в 4 слоя. Первых два вам показываю. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель. Толщина его 6 мм. Также закончили работу по проклейке пола в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на Патриоте. Проклеен у нас шумопоглотитель пола в багажнике. Проклеены задние крылья, арки. Крыша. Проклеен пол в салоне. Двери проклеили третьим слоем вибропласта, начиная его 2 мм. И четвертый заключительный слой мы проклеили дверные обшивки, начиная его 15 мм. Забираем салон, все проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!